Ребят, ну в прошлом видео я показывал, как я продал книжки на $880. И вот сейчас я как раз буду их все упаковывать. Каждую книжку я ложу в пакет. И, соответственно, буду отправлять хирургу. Что еще интересного у меня произошло? Ну, как бы, таких уж прям интересных вещей нету. Ну, не так давно я продал там, можете посмотреть, видео иконы. И продал там часть от руля Longitech G27. Ну, в общем, я пошел сегодня на почту. Мне надо было отправить эти две посылки. Каждая посылка весит у меня одна 1500, другая 1600 грамм. Вот я решил их отправить... Почтой России именно посылками, не мелкими пакетами. На сайте Почты России написано, что вы можете отправлять посылки от 2 килограмм. Ну, в общем, соорудил я две свои посылочки по 1,5, грубо говоря, килограмма и решил их отправить. Была у меня еще бандероль, вы там смотрели, я там отправлял это... В общем, открытки отправлял. Ну, открытки я отправил, с этими посылочками чуть-чуть возникли непонятки. Ну, в общем, пришел я на центральную почту, пришел я на свою почту в отделение. Там у них интернет не работает, пришел на следующий день, у них там еще что-то произошло. Ну, думаю, блин, поеду к себе на центральное отделение. Приехал на центральное отделение, я редко туда ездю. Но бывает, когда на своей почте какие-то там косяки, я еду, в общем, на центральное отделение. Приехал на центральное отделение... В общем, отправлять эти посылки. Говорю, мне надо отправить именно посылками, не мелкими пакетами. Она говорит, ну сейчас посмотрим. Начинает вбивать. Я, говорит, не могу. Получается, одна у меня в Канаду, другая в Италию. Вот этот руль Longitech, я рассказывал, он в Канаду идет. Говорит, я могу отправить только мелким пакетом. А мелким пакетом стоит 1980. Я говорю, блин, мне надо посылкой, потому что я знаю, что посылкой будет 1370. Ну, получается, ну, там, 500-600 рублей экономия, да, если две эти посылки, там, 1200 рублей экономия. Я говорю, нет, мне надо посылками. Она, нет, подождите. Короче, она там что-то лазила, говорит, нет, я не могу. Я говорю, ладно, отправляйте в Канаду, блин, мелким пакетом. Ну, она взяла там, говорит, ну, давайте еще что. Я ей другую даю, вот эту, в Италию. Она начинает эту в Италию, в общем. Пробивала, говорит, ой, эту я тоже не могу. Я говорю, почему? Ну, потому что, как бы, она весит 1,5 килограмма. Если бы она весила 2, то я бы смогла. Я говорю, хорошо, если она будет весить 2 килограмма, 100 грамм, вы не отправите? Она говорит, да, я отправлю. Я говорю, и сколько тогда будет стоить? Ну, будет стоить 1470. Я ей говорю, на... Блин, клиенты зашли. Здрасте. А скажите, у вас совсем для маленьких, да? Ну, разные есть. Не, ну я вижу, что для маленьких совсем, не для подростков. Ну вам что, обувь? Обувь у нас до 40-го размера. Нет, не обувь. Носки, штаны вон есть и на вас большие. Такие. Не, не на меня. Ну я понял, то есть если поменьше и побольше. Не, ну вот это только и все, да? Вот не, ну вот еще вот такие есть, там и побольше вот такие всякие висят. Я уже отключилась, Гена, это я забыла выключить. Нет, не на девочку, на мальчика. А на мальчика вот только, которые вот висят на улице, вот эти две модели. Там вот такая. Зашла за штаниками, что-то думает. Мне для мальчика, мне для девочки. У вас тут маленькие, у вас тут большие. Блин, отвлекают. И... А это как подштанники? Ну, это подштанники, да. Ой, они такие толстые, это же такие же брюки тогда одеваются. Ну, как бы считается подштанники, да. Зашла в норковой шубе тут. Что-то ж подштанники, не подштанники. Ну, сейчас она еще смотрит. Смотрит, она думает. Что-то думает. Посмотрим, что она там надумает. Так. Крутила, вертела. И так. Короче, ушла. Ну, я, в принципе, и не думал, что она вернется. Так.
На чем я остановился? Блин, это начинает сбивать, и вот уже не вспомнишь, о чем я говорил. Ну, в общем, я говорил о том, что эта женщина, ну, девочка там, говорит, что вы не можете отправить до 2 килограмма. Ой, блин, в смысле сбили. В общем, она говорит, что... И мне она сказала, что если вы будете отправлять 2 килограмма 100 грамм, будет стоить 1470. То есть я говорю, я правильно вас понимаю, что если я в каждую свою посылку положу по кирпичу, то это будет для меня дешевле. То есть я сэкономлю по 500 рублей. Она такая, ну да, как-то так. Я говорю, ну вы понимаете, что это нелогично. То есть если я сейчас... книжки отправляю, будет стоить мелким пакетом 1980, а если я положу сюда еще кирпич, то это будет стоить 1370, потому что это посылка. Она, ну да. Я говорю, идите поговорите с кем-нибудь из начальства. Она пришла, говорит, ну да, так и есть, как бы я не могу принять, у меня компьютер не показывает. Я, короче, говорю, ладно, отбой, давайте я их забираю с собой, подумаю, либо мне сюда еще по кирпичу положить, грубо говоря, либо я сейчас буду в чат писать. Короче, пишу я в чат на почте России к девочке, спрашиваю, там же такой чат, блин, маленький, неудобно вообще писать, я пишу, что за дела, объясните, ну, в общем, я всю эту ситуацию рассказал, ну, вначале я просто написал, могу ли я отправить посылку за границу в Италию 1,5 килограмма. Короче, через 5 минут она мне только написала, что оставайтесь на линии, я узнаю, пока я тут как бы это... Короче, мне нужно время, чтобы ответить на ваш вопрос. В общем, она отвечает, что да, вы можете отправить, у вас есть еще вопросы? Я говорю, да, конечно, еще есть вопросы, тормози. Я ей начал описывать, что так-то, так-то, я пришел туда-сюда. Она, ну, не принимает, говорит, что вы не можете отправлять посылку до 2 килограмм. Она пишет, что вы можете в своем отделении написать жалобу, что, ну, такая ситуация сложилась. То есть мне эта девочка в чате написала, что я могу отправить посылку до 2 килограмм, а девочка, которая у меня сидит в городе, она мне говорит, что я этого сделать не могу. И получается вот такая непонятка. Когда я захожу на сайт Почты России, там написано, что посылки до 2 килограмм не принимаются. Когда я захожу в калькулятор Почты России, там тоже она не считает, как бы не показывает, что вы можете отправить посылку, вы можете отправить... именно мелкие пакеты. Получается вот такая как бы нелогичность. То есть, если я ложу кирпич, то я могу уже отправить посылкой. А если я кирпич не ложу, и у меня посылка весит, к примеру, 1900 грамм, то надо только мелким пакетом. Получается, если я ложу кирпич, то это будет на 500 рублей дешевле. Ну, короче, тупость. Просто тупость. И мне этот оператор с чата говорит, эта девочка, что нет, вы можете, идите как бы там разбирайтесь. Ну, в общем... Эти мне книжки надо отправить, но это другая история. Но мне сейчас уже время подходит, уже сроки поджимают. Мне надо отправить эти две посылки с книжкой, с иконами и вот эту часть от Лангитеча в Италию и в Канаду. И вот сейчас я пойду опять в свое отделение или в центральное. В общем, пойду опять пробовать отправлять эти посылки, потому что я хочу именно отправить посылками. Ну, в Канаду я понимаю, что оно будет идти долго, можно отправить еще мелким пакетом, потому что пойдет авиа. Но в Италию, ну, смысла нету, потому что Европа, ну, тут она, в принципе, и так быстро дойдет. Ну, как бы смысла нету переплачивать эти 500 рублей. Поэтому, ну, и получается такая нелогичность. Ну, может, я в следующем видео расскажу, как у меня там получилось. Ну, в общем, вот такая тупость. Если у вас есть какие-то комментарии по поводу этого, до 2 килограмм, больше 2 килограмм, мелким пакетом, либо посылкой, оставляйте у меня в комментариях. Ну, примерно так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всего наилучшего. До новых встреч. Пока.